Обнаружили утопленницу. Тело 20-летней девушки нашли в озере города Твардица Тараклийского района. Усмотрели его местные рыбаки. Они вызвали полицию и спасателей. Последние извлекли тело из воды. Его направили на судмедэкспертизу. Ведется следствие. Другая трагедия произошла в селе Заиканы Рыжканского района. Там нашли труп женщины в одном из колодцев. Для того, чтобы вытащить его, понадобилась помощь спасателей. Известно, что погибшей было 43 года. Причины смерти пока неизвестны. Расследование случая занялась местная полиция.